Важная информация для тех, кто предпочитает ездить побыстрее. За рулем своего автомобиля и активно пользуются платными федеральными автомагистралями. С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М11 и М4. Соответственно, с субботы владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн смогут развивать скорость в 130 км в час на трассе Нева, начиная с 59 км в Московской области. Напомним, что с ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость составляла 110 км в час. Это было необходимо для снижения рисков возникновения ДТП и обеспечения безопасности автомобилистов.